имеются коляски для дома и улицы с ручным приводом. Коляски могут различаться набором функций. Подлокотники фиксированные. Подлокотники откидные. Легко съемные. Подножки фиксированные. Подножки поворотные и легко съемные. Колеса фиксированные. Колеса легко съемные. Шины могут быть пневматические или литые. Наличие антиопрокидывающего устройства. Ширина сидения от 40 до 48 сантиметров, грузоподъемность до 130 килограмм, вес коляски отличается от 16 до 19,5 килограмм. Все коляски легко складываются. Кресла коляски активного типа. Для тех, кто привык к активному образу жизни, они позволяют больным и инвалидам легко и быстро передвигаться, маневрировать и даже заниматься определенными видами спорта. Все коляски оснащены регулируемыми откидными подлокотниками, поворотными, регулируемыми и легко съемными подножками, легко съемными колесами, все коляски легко складываются. Коляски активного типа различаются шириной сидения от 38 до 58 сантиметров, грузоподъемностью до 160 кг, весом коляски от 10 до 14,5 кг, регулировкой колесной базы, глубиной сидения и высотой спинки. Коляска Motus имеет 48 регулировок. Все это позволяет более точно подогнать кресло-коляску под необходимые размеры, а также настроить ее маневренность и мобильность. Кресла-коляски с рычажным приводом предназначены для самостоятельного передвижения по дорогам с твердым покрытием на большие расстояния. Кресла-коляски с электроприводом предназначены для быстрого самостоятельного передвижения как в помещении, так и на улице с твердым и ровным покрытием в хорошую погоду. Все кресла-коляски оснащены пультом управления, что значительно уменьшает нагрузку на руки и обеспечивает более комфортное перемещение. В зависимости от модели, непрерывное расстояние поездки может составлять от 15 до 40 километров. Детские инвалидные коляски сконструированы специально для маленьких пациентов с нарушением опорно-двигательного аппарата и ДЦП. Основное отличие – это возможность фиксации ребенка и возрастное ограничение. Правильно подобранная инвалидная коляска обеспечивает надежное размещение больного в коляске и безопасно при передвижении. Сделать правильный выбор вам помогут продавцы-консультанты. Компания «Доброта» предоставляет полный пакет документов для 100% компенсации средств реабилитации по программе ИПР.